Привет! Ну что там ты копаешься? Уже время обедать. Ну да. Тебе, конечно. Ну так я только с базара вернулся. А, ты же знаешь, как у нас на базар. Как пойдешь, так все. Пока все перепробуешь. Пересмотришь. Пока поторгуемся. Это же одесский базар. Ну, естественно. И то, это же я ездил не на поевоз, и не на новый базар. Там вообще гастрономический шок. А это скромненько на чаемушке вышел. Скупился. Почти пешком. Ну что, обиделись? Рассказывай, что у нас сегодня на обед. Может, даже на ужин хватит? Вряд ли. Ну что, сырокопченая колбаска с салями. Киевская. Одесской не было. Такс. Ну что, начнем с огурчиков. Огурчики свежие, с пупырышками, прямо с... А ну, покажи. Покажи. Пахнет, но камера, да, зараза не передает. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает. Ароматы. Как пахнет. Редисочка. Большая, но твердая и не, совершенно не пустая. Очень вкусная. Дорогая? Ой, хотел пожаловаться. Цены просто кошмар. Ну ужас, ужас, невозможно. Как же жить можно на такие зарплаты и пенсии и такие сумасшедшие цены? Редиска 8 гривен. Ну куда? А то получится, я иду. Нет, наверное, 100 грамм. Конечно, килограмм. Килограмм редиски, 8 гривен? Да, это 3 доллара как-нибудь. Огурчики по 10 гривен. Сторговался. Да, ну клубничка. Отлично. Ой, какая клубничка. По 18. Как она пахнет. Сахара, естественно, не надо. Можно и так кушать. Давай пойдем. С плесенью? И с плесенью, с дырками. А, ну ладно. Так, молодая картошечка. Так, отлично. Попробуем. Жарить будем или варить? Нет, такую жарить. Нет. В казанчике вы жарили. Потушим в казане. Дальше. Это что у нас? Нет, это не кофе в зернах. Это котику. Котик заслужил. Котик, да, у нас здесь жарит уже тоже. Так. А, ну зеленушечка. Как же без нее? Так, это красивый у нас лучок. Лучок, салатик. Так, это салатик у нас. О, самое главное же. Наш символ и наша эмблема. Наш эмблема. Это вот, чем нас обзывают наши братья. О, братья-славяне. Вот так выглядит укроп. Не то, что, о чем вы думаете. Вот это настоящий укроп. Вы знали, как он пахнет? А как он этот витаминов? А как он полезный? Да, вы туда поняли. А вот это вата. Она не пахнет и не полезная. Только когда что-то болит, тогда ее используешь. А вот укроп, это да. Так, черешенька. Ой. Ну прям... Только с ветки, смотри. Только с ветки. Ай, какие красивые. Прям в рот просится. Сколько тут? Пара килограммчиков? Отлично. Так. Черешенька по 20? Да. Даже доллара нет. Печеночка, трески. О, хорошо пойдет. Это чья? Крем. Так, ладно, это уже открыто. Так, это у нас... Диетическая колбаска, отлично. Да, куриная. Это что? Творожок? Творожок, брынза. Ну, такой творожок какой-то заморский. Дорблю. Италия какая-то. Кровяночка? Кровяночка, да. Маринованные черри, помидорчики. Так, это что? Ну, это мидии, аквамарин. Так, подожди, у нас же санкции. А, это у братьев славян санкции. Ну, братья, шпроты русские, в масле. Посмотрите, как выглядят шпроты хотя бы с экрана телевизора или монитором. Рижские, сейчас... прямо рижские. Вы сейчас рижские даже понюхать не можете. Так, чаек каркаде. Водичка мирговская. Мирговская, хорошо, сейчас холодильники. Так, огурчики.
малосольное вижу. Помидор. Свежие помидорчики. Ой, хорошик, 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 хорошик. Ой, прям категорошка. У меня слюна потекла. И сейчас... все это с Одессы и ближайших наших регионов. Ну, в смысле, с области. Да. Вкусный, да, я так понимаю? Да, сладкий. Да. Это дары, щедрые дары одесских полей. И нашего родного чернозема. Да. А ну покажи еще раз укроп. А, укроп? Да, ватники. Вот это укроп. А вот это вата. Почувствуйте, как говорится, разницу. Это вы, а это наша всякая зеленая фигня с витаминами. Фигня с витаминами. Так, а что ж там на столе у наших братьев? Кацапа, пацака, москалей. Ну? О, боже. А у них по-прежнему серп и молот. Серп и молот, что ли? И в классическом варианте, ну тот Гога, который прототип, самый главный. Если на кусочек черного хлеба положить кусочек, положить килечки, фу, какая гадость, и посыпать чем-то, лучком. Ага. Ну еще будет... классический вариант, сырок дружба. Это же будет чистое объедение. Да, сюда еще редьки и кваса, блядь. Все. Чистая еда этих вот русских братьев. А вот еда украинцев, одесситов. А вот еда кацапов и пацаков. Всякой прочей ваты. Русская водка, черный хлеб, почти селедка. Что ты натворила? Да, что ты натворила. Но мы алкоголь не показывали, у нас пивко в холодильнике. Вот, лежит, охлаждается. Да. Пивко скоро будет, подойдет. И мы сейчас начинаем уже немножко готовить, кушать себе на обед. Да. Что там за окном? За окном все отлично, тополя отсвели. Жара почти 30. Кондиционер работает, капает. Ну что, друзья, пойдем мы, наверное, обедать. Смачного! И приезжайте к нам все в гости отведать вот этого, вот этой вот прелести, вкусноты, витаминов и удовольствия. Всем пока-пока! Ждем в гости, приглашаем на обед. Пока, друзья!